Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня стартует конкурс на 3000 подписчиков. Я его, правда, давно обещала. Я сказала, что когда у меня 3000 наберется, я подожду месяц и проведу конкурс. Но по разным причинам это не получилось. Потом я планировала на 31 декабря, но тоже возникли с зубом проблемы. И мне вообще было, честно говоря, не до того, к сожалению. За звуки прошу прощения, этажом выше соседи делают ремонт, и, ну, нескончаемый 70-х годов, управы просто на них нет никакой, и вот я сейчас уже просто переснимаю видео, извините. Но если я его сейчас не сниму, я боюсь, что я отложу еще этот конкурс в долгий ящик. В общем, наконец-то у меня дошли руки провести конкурс. Как вы уже поняли, приз – это «Игра престолов», раскраска. Она не новая, конечно, ну, в том плане, что у многих она есть, но, я вас уверяю, много у кого ее еще нет. Издание очень хорошее, в твердой обложке. Иллюстрации красивые, с детальной прорисовкой. И такие вот есть, и сюжетные иллюстрации тоже присутствуют. Иллюстрации односторонние. С обратной стороны можно вот, ну, как бы почитать, что примерно изображено. Если вы не смотрели фильм, не читали книгу, вот как, например, я. Так что раскраска замечательная, и, надеюсь, победитель останется доволен. Условия конкурса достаточно простые, нужно быть просто подписанным на мой канал и оставить комментарий под видео. А теперь подробно. Нужно подписаться на мой канал. И, внимание, ваши подписки должны быть открыты. Если вы победите, и я зайду и увижу, что список скрыт, то мы будем переигрывать. И независимо от того, насколько часто вы пишете комментарии, в каких мы с вами отношениях, потому что со многими девочками мы общаемся в соцсетях. Но просто конкурс для всех и правила тоже для всех. Поэтому, если вы вдруг не знаете, как открыть подписки, то перейдите в ту поисковую систему, которой вы пользуетесь, вбейте соответствующий запрос, и вам выйдет инструкция, как отключить, то есть как открыть подписки на YouTube. И я думаю, вы без труда все это сделаете. И далее нужно оставить комментарий под видео, что вы участвуете, из какого города вы. Ну, просто для интереса, мне интересно, из каких городов меня смотрят. И также оставьте какой-то контакт для связи с вами. Я имею в виду, что это или Инстаграм, или социальная сеть ВКонтакт, или, если у вас нет ни того, ни другого, тогда адрес электронной почты. Потому что, когда я выберу победителя, я сразу свяжусь с вами, чтобы вы мне отправили свой адрес для отправки посылки. Конечно, если вы поставите лайк, то это вообще замечательно. Если репостнете видео в соцсеть, тоже замечательно. Если вам меньше 14 лет, обязательно спросите разрешение у родителей на участие в конкурсе, потому что посылку я в этом случае буду отправлять на имя ваших родителей, и получать эту посылку будут они, поэтому обязательно спросите разрешение. Из каких городов, точнее стран, могут люди участвовать? В общем-то, я отправляю пока что только по России, но если вы живете в другой стране и тоже хотите поучаствовать, то если у вас родственники живут в России, то без проблем, если они готовы получить посылку. Я потом каждому подпишу номер, потом и когда будем подводить итоги, то я выберу победителя генератором случайных чисел. Комментарий можно оставить только один. Если оставить 2, 3 и так далее, то я удалю все. Заявки на участие в конкурсе, ну, то есть ваши комментарии, принимаются до 12 февраля включительно.
А ровно уже 13 февраля в 0 часов я комментарии поставлю на премодерацию, чтобы они автоматически не добавлялись. И конкурс будет на стопе 2 дня до 15 числа. 15 февраля вечером мы разыграем с вами раскраску. Почему 2 дня конкурс будет на стопе? Потому что у Ютуба статистика иногда отстает на сутки, иногда на 2 суток. И может так получиться, что вы, допустим, подпишетесь, оставите свой комментарий, я вам присвою вот этот номер и начну разыгрывать. Вы победите, а вы не отразитесь у меня в подписках, потому что статистика отстает. И это будет очень обидно для вас, и мне, в общем-то, неприятно. Поэтому 2 дня конкурс будет на стопе, и потом уже информация будет полной. Победитель должен будет на мое сообщение, да, в соцсети или на почту, когда я напишу, что человек победил, должен будет ответить. Не позднее 15 числа, 15 февраля до 6 вечера я буду ждать, вот чтобы мне сообщили адрес для отправки, и уже, соответственно, 16 я смогу сходить отправить. Вот, если 15 в 6 вечера я не получу ответ, то я буду переигрывать. Потому что мне нужно будет как можно быстрее отправить посылку, так как... Ну, далее я буду занята, поэтому тоже имейте это в виду. Координаты свои давайте действительные, где вы регулярно просматриваете сообщения, почту. Также хочу сказать, что конкурс будет именно проходить вот при помощи генератора случайных чисел. То есть, кто победит, тот победит. Пожалуйста, не пишите мне в личку какие-то просьбы и прочее, потому что как только начинаешь проводить конкурс, я с этим сталкивалась неоднократно, начинается куча сообщений, ну, как сказать, либо с откровенной просьбой, либо с какой-то лестью. Я буду выбирать победителя именно так, что вот генератор случайных чисел, кого он выберет, того и выберет. Хотя, конечно же, мне хотелось бы, чтобы, наверное, победил тот человек, кому эта раскраска реально нужна, кто будет с огромным удовольствием раскрашивать, ну и кто проявляет, конечно, какую-то активность. Но тут как получится. Условия конкурса я продублирую под видео в инфобоксе, так что ознакомьтесь. Важно, чтобы... Ну, условия достаточно простые, и очень важно, чтобы вы выполнили каждый пункт. Еще хочу сказать, что в ближайшее время на канале Оксаны Алексановой тоже будет проходить конкурс. Пока точная дата неизвестна, но тоже проходите, подписывайтесь. И конкурс в ближайшее время тоже состоится. Это такой вот небольшой анонс. Ссылка на канал Оксаны, как всегда, будет под видео и в конечной заставке. Я благодарю вас за просмотр, желаю всем удачи, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!